Вот вы и мы решили видосик запилить. Смотрели за цикл. Игрули про битву королевскую, типа. Выживание можно с другом, а также с складом 4 человек. А в эпике предоставляется данная игра. На данный момент она тестируется. Итак, здесь у нас есть несколько комплектов. Точнее, костюмов разные. И лидер, искатель, следопыт. Все это можно настраивать. Бригадир, каратель синдиката. Все это можно настроить. То есть цвет какой-то определенный. Здесь пока что два костюма, эмоции. Как видите, предоставляемые торсы. Выбор перчаток. Сапожки. А так, здесь есть три разных компании: Осирис, Королев и Иса. Итак, получается, они предоставляют, почему три компании. У каждой компании есть свое оружие. Как видите, здесь это стандартные. Вот это предоставлено, вот эта пушка стандартная с кардиочки с затвором и пистолетом. Это стандартный твой определенный эквивалент оружия. Вот эта вот сумма, за которую ты купишь на месте уже на этой карте, когда ты будешь бороться с монстрами. За каждый монстр убиваемый тебе предоставляются баксы. Ты эти кредиты баксовые, получается, тратишь на оружие, чтобы вызвать, и тебе пришло оно. У каждого, как я говорил, компании есть разное оружие. Как видите, чертеж, например, второго уровня, надо еще прокачаться на какой-то определенный уровень фракции. Вот здесь Королев, штурмовая винтовка. Также здесь есть игольщики, аспиды, это у Осириса уже есть. То есть у каждого есть какие-то определенные фишки. Их куча здесь оружия, их собираешь здесь. Как видите, сбоку справа это элементы, которые материалы, которые ты собираешь во время битвы. Когда ты улетаешь уже на своем корабле, когда последняя уже остаются минуты, как бы сказать, ты должен спастись. Здесь разные есть моменты. Вот щит есть. Также, например, какие-либо электронные западни, бомбардировка, там лечение постоянное, там, например, невидимость, маскировка, система наблюдения, где находится человек, телепортация, что-то еще такое. Вот разные броня там одеваются. Больше летательный костюм улучшенный. Также предоставлены разные, как видите, лечилка, да? Да, лечилка. Все это можно сделать. Главное, ваше желание и создание на в запуске игре, получается, на самой карте уже, когда вы собираете. У каждого есть задание, когда вы запускаете играть в соло. Сейчас наберется игроки, подбираются. Будет 20 игроков на карте. Ты как можешь один гонять на карте и собирать все это, либо также ты можешь с кем-то подружиться и вдвоем уже против, например, кого-то там нагибать их, и будет супер. Если вы улетите вместе, еще больше будет фишек. Так, вот нам бы, конечно, сейчас Королеву выбрать, потому что мне эту роль нужна, чтобы поставить, она нам помогала, и это будет офигенски. Итак, ждем, пока наберется народ.
Не так, высадка. Так. Малые участки кристаллов захватываем. Чтобы обработать. Так, собралось. Но все равно нужно добить их. Нам нужны бабосы, чтобы купить оружие. Жаль, у нас слабоватый пистолет пока что. Да и поначалу первых левелов они слабоватые. Так, здесь собрали. Угу. Патронов не хватило на тебе. Так, давай соберем. Быстренько. Так, забрали. Ах ты, недобиток. Зарядочка. Так, здесь у нас нам что нужно? Грибы собирать, дронов спасти. Данных. Ах, на палках. Пушку заказываем. Она побаще будет. И быстрее разбираться. Хотя бы стандартненькое такое. Отлично. Хорошо. Да-да-да. Так. 2,6 получается. Пока что мы на первом месте. Но торопиться не стоит. Лучше выполнить контракты, чтобы больше получить каких-то плюшек. Так, вот грибы, которые нам нужны по контракту. Также нам кристаллы нужно будет и дронов собирать. А также защищать надо бур. И на буре надо будет поработать. Это основное. Так, сейчас... кэш зарабатываем для себя. Пока что я не наблюдаю кого-либо. Так, поставим сюда, соберем и уничтожим, кто там придет. Они за бугром. Да, этот не дойдет. Смотрите, перезарядочка. Кстати, они сразу начинают нападать на бур, а потом уже перед, когда начинаешь стрелять в них. Перекликаются. Да. Возьмем шприцы. Если что, нас слишком поранит. Вот эти ужасные жуки, они взрываются, если слишком близко подойдет. Так, нам не нужны. Так, собираем грибы. Да. Да, соберем грибы. Будем рядом с какие-либо данные, где их сдачу можно будет осуществить. Сдадим. Так, мне, кстати, интересует... Вот этот взрыв произвел. И как раз весь щит был снесен. Это вот очень-очень хреново. Дальше двигаемся. Щит восстанавливается. Поставим сюда. Никого не видно. Не наблюдается. Миссия комплета. Одного патрона хватило, ура. Так, все собрали. Ага, комплита контракт. Хорошо, вот прибывает лазерный вур, который нам нужен по контракту. Хорошо.
Так, мы перестали лидировать, потому что, видимо, кто-то объединился, и они работают уже вдвоем. Угу. Винтовку, конечно, можем собрать. 12-патронную. Конечно, можно было бы и получше что-то. Итак, начинаем. Так, надо бы запустить ее. Да, я активировал бур, все отлично работает. Так, осталось теперь защищать его. Все противники внизу. Вперед. Так, вот этот бур нужно защитить. Лазерный. О! Союзник, не союзник. Так. Так, добавляем в наш отряд чувака, и теперь он с нами. Мы одна команда, мы получаем одни деньги, собираем их, одни и те же деньги, ресурсы. Так, мы лидируем, отлично. Спасибо большое из Джингея, что он нам помогает. И не один раз поможет наверняка. Так. Из всех щелей лезут, а? Уроды. Там здоровяк вышел. Здоровяк, который фигачит как... Получается с... арты. С каким-то... наклоном. Вот, где-то он здесь. Ого-го. Нам бы выжить. Слишком их много. Ну и не даю. Так, контракт первый выполнен. Прикрывать, прикрывать его. Его окружают. Так, готов. Вот он, здоровяк. Надо обойти. Нас замедляет то, что мы подлечились. И нам решить надо вопрос. Вот этого здоровяка замочить. Ой-ой-ой. Дамаг, дамаг. Так, мы улетаем. Хорошо. Улетаем на другое место. Так, мы все собрали. Отлично. Так, по буру у нас получается третий. Первое место. Но все равно мы сейчас продвинемся дальше. Подождать. Лазерный бур потом включим. Угу. Видимо, он не знает, что здесь можно будет использовать бур каких-то заданий. Итак, вот мы добили. Угу. Он пошел наверх. Ага, мы передвигаемся вот по локации, посмотрите по карте. Двигаемся там. Ну что ж, ожидание. Только ожидаем, друзья. Не, прыгать я не буду, чувак. Нам просто нужно спуститься в другое место. Мы же убьемся. А сейчас мы будем добывать себе минеральщики. Мы на первом месте, это хорошо.
Может, потанцуем? Забыл. Так, спускаемся. Запускаем лазер. Так, заработало. Ну, уже видно противника. Этих демонов. Так, надо спускаться потихоньку. Защищать. Благо, что патроны бесконечны. Ну, какой-нибудь... Вот здесь гранатомет бы самое то. Он бы нам понадобился. А лучше ремонтник. Потому что на данный момент проще насчитать. Бура половина. Тяжеловато дается. 245, так. Нам еще надо около 50, да? 40. 100, 280, 283. Отлично. Мы повысили контракт. Выполнили. Ага, отлично, 28 дополнительных бачей. Ой. Мне предзнаменую, что здесь будет очень сейчас жопа, да? Опа, меня пробили. А он меня лечит, поднимает. Благодарю большое. Так, надо. Врубим еще один. Так, время у нас еще есть? Есть. Включим еще раз. Но он доработает. Но мы доработали, получается, месторождение. И нам нужно дальше двигаться. Как бы не упасть отсюда. Вроде бы не лагает так сильно, чтобы тебя дергало. И, например, ты будешь стоять у уступа. И тебя скинет емкость. Забирай. Первое место. 8 звезд. Отлично. Подлечились. Счета у нас нету, увы. Так, месторождение рядом. Потанцевать? Да, потанцуем. Бесконечно. Бета-тестирование идет с 21, получается, 21 числа по понедельник. То есть каждые выходные, в принципе. На следующих выходных тоже будет предоставляться бета-тестирование игры. Даже альфа, в принципе. Я думаю, как вроде бы как и располагали информацию, что разработчики будут данную игру выпускать бесплатно. Здесь, конечно, будет дано в этой игре. Как без этого? На что-то должны быть существовать разработчики. И если ты хочешь, например, сразу стартануть с хорошими вещами,
и оружием, и какими-то раскрасками отличительными, то, пожалуйста, там есть, можешь привести пакеты доната. Так, мы приземляемся, но время уже скоро станет для того, чтобы пройти уже на пути эвакуации. 4 минуты осталось. Там примерно на 2 минуты начнется эвакуация. Так, хорошо, хранение. Оп, а вот противник. Кто-то хочет нас убить. Пытается нас подловить, смотри, снайперкой. Какое? Граната-то не помогла тебе. Ладно, пофиг на этот набор. Главное вот этот, чтобы нас не подловил. И чтобы защита у нас была. Так, а ты пошел мочить его? Замочил. Кто стартанул? Ой-ой-ой. Блевотый. Ух, сколько же вас здесь, а? Здесь граната и гранатомет был вообще самое то. Ракетница. Чтоб нагибало вот так. Ох. Это у нас человек, да, бахнул? Выставление сейчас будет произведется автоматически. То есть есть какое-то время там. Можно стартануть, а можно вот как надо отбежать быстро, чтобы не взорвали. Хорошо. Так. Конечно, надо будет преобразовать и. Запустим заново лазер. Ах, ты жук. Подпрятаться. Теперь уничтожим. Хорошо, шаттл прибывает. Надо уходить отсюда. Посрать на это. Шаттл по центру. Уходим. К сожалению, связи нету. Надеюсь, он поймет. Давай, давай. Убьешься, нет? Там убьешься, наверное, да? Он взлетел уже и полетел. Он слишком высоко, он там. Он не успел бы спрыгнуть вниз на землю. Так, двигаемся. Надо успеть за 1.5 минуты. Так, эвакуация там. Ага, там сейчас эти монстры бьются. Там вначале каждое, когда ты приходишь на к шаттлу, там животные защищают эту точку, потому что зачистки никакой не произведено. Так, здесь нужно обойти. Данный бур. Так, у нас 3-е место. Всего лишь. 8 звезд. Так, пройдем здесь по этому пути, чтоб не наткнулись мы ничего. Так. Пристреливают. Кто-то там производит войну. Так, здесь мы. Хорошо. Так, мы спаслись. Где же это там? Угу, есть. Высадка. Наш друг высадился, это хорошо.
Тоже не с нами. Отлично. Результаты данные такие. Все. Так, мы пробурили хорошо. На шестерку, 6x. Зондов чуть-чуть подняли. Кристалла мало очень. А, вот это все, что мы добыли. Все ресурсы. Иглы. Чистый фальтицит. Кристаллы Валерия. Перо. Так, второй левел получается у нас. К третьему идем. Итак, возвращаемся к нашей станции. Так, теперь мы... Так, у нас курьер. Уровень. Так, что же здесь нового? Пушка нужна. Шестой уровень фракции. Именно... Так, вот. Сканеры. Так, это восстановление. ХПшки. Понял, так. А это нам понадобится. Нам, в принципе, замена винтовки, да? Или снайперки. Нет, давай винтовки. Будем восстанавливать своих союзников. Так, что мы еще можем себе чем помочь? В принципе, все. В магазине вот как раз вот донаты и пакеты. 9, 29, 58, 9. Вот. То есть самый большой предоставлен вот с разными раскрасками, не только. С разными эмоциями. Так что, если желаете, заходите на сайт разработчиков, можете заполнить анкету и там оформить. Возможно, вам придет ключ с бета-тестирования. И вы будете играть в эту игру. Всем пока-пока. Аригато.